Привет, интернет, с тобой Кулак, как-никак, я вас по-прежнему всех люблю, целую и обнимаю. Сейчас я покажу вам способ, как легко убить стража древа, не получив ни одного урона. К сожалению, для этого тебе потребуется лук, стрелы и коняшка. Для того, чтобы было легче его убивать, советую взять несколько фляг лазурных слез. Стрелы закупайте на максимум и мочите его с помощью могучего залпа. А как нафармить руны, рассказывать я не буду, потому что и так уже куча гайдов, как и где фармить мобов. На этом, дорогие друзья, все. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если хотите еще больше приколюх по Elden Ring. Всех обнял. Муа.